К матчу Суперлиги видновчанки подошли с небольшим преимуществом. В последних 10 играх чемпионата они одержали 5 побед. Соперницы же потерпели 7 поражений, что, несомненно, отразилось на настроении москвичек. И все же «Руна» показала отличный настрой на борьбу и уже на старте завоевала важные для себя очки. Это был важный матч для обеих команд в плане попадания в шестерку сильнейших. Поэтому обе команды вышли на игру сверхмотивированными. Шла борьба на каждом метре паркета. Инициатива переходила от одной команды к другой. Так называемые баскетбольные качели были на всем протяжении матча. Во второй четверти продолжилась равная игра. К большому перерыву «Спарта» вела 25-24. Но в начале третьей десятиминутки баскетболистки «Руны» все же добились преимущества. Гости реализовали несколько ключевых бросков, и в итоге москвички одержали победу. Игра и правда была очень тяжелая. Я считаю, что нам не хватило некой концентрации, не реализовали в концовке открытые броски. Не могу сказать, что команда не была настроена на игру. Всегда выходим на площадку, чтобы победить. Но не отчаиваемся, еще много игр в сезоне, постараемся показывать красивый баскетбол. Следующий матч «Спарта НТК-2» снова проведет дома. 28 января наша молодежка сразится с «Энергией» из города Иваново. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».